Это, безусловно, праздник для группы. Поэтому я очень надеюсь, что вы приветствуете всех замечательных профессионалов, которые работали на этом фильме. Их немало, мы их всех представили, но это и не то, что в общем, 2,5-годичная работа. Вы знаете, у нас сегодня крайне необычный день, потому что, пожалуй, прецедентов не было не только в России, но и далеко за ее пределами. Картина была сделана, я бы так сказал, недозавершена, но показана Коминканской комиссии отборочной 10 апреля. Завершена была она практически до 1 мая только. Премьера ее полноценная, и артисты ее посмотрели только в Каннах. Подавляющее большинство людей, работающих над фильмом, будут смотреть сегодня впервые. И мы выводим эту картину в прокат завтра. Такого не было никогда. Спасибо. Это сделано по множеству причин, из которых, ну, как главное, состоит в том, что мы после опыта «Левиафана», очень долго путешествовавшего по разным странам и континентам, собиравшего награды, мы понимали, что главное все-таки для картины, сделанной на русском языке про Россию, русским художником, каковым является, без сомнения, Андрей Петрович Звягинцев, Артёмы покажут дома. Посему завтра она выйдет в прокат, и мы очень надеемся, что огромное количество зрителей, которые, как правило, в последние годы отказываются от того, чтобы смотреть драмы, и мы твердо слышим всякого рода прогнозы о том, что сложное кино, содержательное кино – это не то, что нужно зрителям кинотеатров, и молодая аудитория хочет аттракционы. Мы по-прежнему очень наивно, может быть, очень глупо, но надеемся на то, что аудитория разная, и что у нее бывают разные настроения, и что сегодня ей хочется смотреть фильм «Большой блокбастер», а завтра вдруг ей захочется задуматься о собственной жизни и понять, что картина, сделанная Звягинцевым, это не более и не менее чем инструмент для того, чтобы пережить опыт других людей, обрести его в течение 2 часов, показываемых на экране, измениться самому и, может быть, изменить свою жизнь к лучшему. То есть VPN возможен, он возможен в жизни каждого зрителя. Вот это мы рассчитываем, на это мы, собственно говоря, уповаем и выгоним завтра картину, после того, как она показана была в Каннах. Показана, без сомнения, я возьму на себя смелость, это несколько странно, но тем не менее, кто же скажет, но она была показана успешно. Она победила в Каннах конкуренции критической. 10 критиков из важнейших средств массовой информации, которые ежедневно ставят оценки, выставили в первый день нелюбивых, открывавших Каннский конкурс, высокие оценки, она сохранила лидерство до конца. Она получила приз жюри, который до нас получали фильмы столь любимых нами режиссеров, как Микеланджело Антониони, Ингмар Бергман, Жан-Люк Годар, Кшиштоф Кислевский, Рой Андерсон, Пауло Сорентино, все как Посему я это говорю только для того, чтобы сейчас, когда вот сейчас выйдет, так сказать, микрофон, что, естественно, режиссеры представят всю группу, я позволю себе сказать, что его особое дарование, которое я твердо знаю, совершенно особое состоит в том, что он умеет в очень простых, бытовых, для всех понятных и знакомых ситуациях видеть, ну, для кого космос, а для кого бездну. То есть, говоря банально, капля воды, он видит Вселенную. И потому для нас так важно было не рассказывать о содержании фильма, а предложить зрителям увидеть его, потому что главное сообщение – это фильм «Звягинцев». Прежде чем Андрея я позову к микрофону и предложу ему рассказать о всех членах и представить всех членов группы, я бы возьму себе смелость представить 2 своих партнеров, очень важных, без помощи которых картина бы никогда не получилась. Прежде всего, это владелец компании «Фетисов Иллюзион», продюсер Лев Фетисов. Спасибо, Лев. Мы сделали эту картину без государственного финансирования, чему мы, честно говоря, учили. Спасибо Леву еще и потому, что он настоящий партнер не остается. И мой постоянный партнер по компании «Нустон Продакш», ближайший друг по всем фильмам и сериалам, Сергей Мелькумов. Да,
резкие но пытаюсь честно, Александр Ильич, я справлюсь. Я не могу назвать все имена, случайно, потому что очень волнуюсь. Просто не смогу. Если вы готовы поверить, что все эти люди просто отдали все, что у них есть, я сейчас не употребляю эту фигуру личики, я не преувеличиваю значение их вклада. Я просто хочу сказать, что все, кого вы видите на сцене, это люди, которым я безмерно благодарен за то мужество, за ту отчаянную веру в то, что мы делаем, что их имена совершенно точно будут записаны какие-то финалы. И я надеюсь, что они мне простят, что я не имею права понимать, я тоже не прав. Андрей Панкрат. Вы же понимаете. Вот, и к тому же есть еще одно обстоятельство. Здесь есть два умных человека, я хочу попросить их подойти ко мне. Одного зовут Матвей. И Артем Жигулин и Матвей Новиков. Здравствуйте. Почему я вышел сюда? Потому что хочу вас всех предупредить. Фильм 18+. Министр культуры нам не позволил использовать нормативную лексику. Мы ее не используем. Но, тем не менее, это взрослый фильм, поэтому я обязуюсь вот эти два часа провести с ними вместе. Мы будем пить чай и разговаривать. Если вдруг, эти ребята, я что-то вам сказать, ну я предоставляю слово. Но я скажу еще одно маленькое замечание. Тебе 13? Тебе 13. Да. Вот пройдет совсем немного, 5 лет, да? И вот через 5 лет эти ребята смогут не просто посмотреть эту картину в авторской версии, а еще вдобавок возможно очутиться в другой стране. Вот это
Художник на площадке, Маш Славин. Исполнительный продюсер, Кать Маркина. Давайте. Стас Кричков, режиссер и просто удивительный человек, слышит все. Александр Воронов, локейшн менеджер. Катя Маракулина, исполнительный продюсер картины. Просто красавица. Не просто. Андрей Панкратов, и не просто красавица, а просто умница. Андрей Панкратов уже был представлен, Максим Кирков представлен. Лена Дмитриенко, пример, художник пример. Тищенко. Вообще все. Супермайдер, все. Сергей Батищенко. Мы представим. Аня Матвеева, фотограф. Девочка в полосатом костюме. Да. Ася. Просто Ася. Это... Паша Горин, директор картины. Ася Гусаркова, второй режиссер. Я так надеюсь, бессменный второй режиссер. Маша Лойка, рядом с ней. Это поисково-спасательный отряд, глава этого всего. Значит, движение. Вот, в нашей картине, конечно. Дальше сколько? Дима Григорьев. Звукорежиссер, сведение картины. Два гостя из Санкт-Петербурга, Диляра и Дима. Это люди, которые, вот надо ли это говорить, пусть люди фильм посмотрят. Люди, которые рисовали нам снег. Петя Семенович, Катя. Это цех Миши Кришнина, он лучше в этом разбирается. И Пахнутий Андрей Дергачев, которого уже упоминали. Он сегодня хороший, что упоминали. Лена. Тайкова. Это у нас менеджер постпродакшн. В общем, как только мы закончили снимать и смонтировали, все было в ее руках. И Аня Масс, монтажер картины. Мы с этим справились. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, выключите ваши мобильные телефоны. Это правда важно. И увидимся, если захотите. Да. Все, спасибо, смотрите приятного просмотра. Нам нужно 3 минуты, чтобы группа села в зале. Никто не видел фильм, так что извините, 3 минуты займет. Спасибо.